Детским праздником это вряд ли назовешь, но пользой для детей наверняка. В Бурле заработало отделение поликлиники для приема маленьких пациентов. Для района это событие, детского корпуса здесь никогда не было. И десятилетиями маленькие пациенты вместе со взрослыми сидели в одних очередях. Некомфортно, говорят врачи, было всем. Реконструкция здания произошла, это бывшее инфекционное отделение. Реконструкция здания произошла в 2020 году, началась реконструирование здания. В 2021 году, в июне месяце, мы уже принимали ребятишек в детской поликлинике. У нас работает врач-педиатр и фельдшер, ведет прием ребятишек. Новое здание полностью устраивает, потому что как бы ни было. Дети отдельно, детское отделение от предыдущего. Отдельного здания добились. Сейчас перед врачами стоит другая задача – привлечь новых специалистов. Последние 2 года местный педиатр Екатерина Елисеева вынуждена была вести прием в одиночку. С кадрами у нас проблема. Я когда пришла работать, было 2 врача, я еще 1 врач-педиатр. Она потом уже ушла на пенсию, я осталась уже 2 года одна здесь. Но вот с 1 декабря этого года придет к нам 2-й педиатр. При этом новый педиатр уже будет иметь опыт работы с детьми. И, как говорит руководство поликлиники, в 1-м квартале следующего года специалист пройдет обучение УЗИ-диагностики для малышей. А это позволит еще больше улучшить качество лечения маленьких пациентов. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.